В связи с возобновлением войны в Карабахе хотелось бы обратиться по некоторым аспектам. Руководство Азербайджана в массовом порядке мобилизует аварское население Джарабилакамского региона на войну. Авары и армяне не являются врагами. Данная война является межнациональной и противостоят здесь два народа – азербайджанский и армянский. Мы не желаем, чтобы наши люди погибали за интересы Азербайджана. Авары на территории Азербайджана являются этническим меньшинством, и мобилизация азербайджанской армии рекрутов из числа малочисленных коренных народов, проживающих на территории Азербайджана, является нарушением со стороны Азербайджанской республики тех обязательств, которые они взяли на себя перед международным сообществом. Мы, авары, единый этнос, несмотря на то, что воли исторических событий оказались разделенными, и полностью поддерживаем своих братьев и сестер на территории Джарабилакамского округа. Авары азербайджаны являются меньшинством, которое на протяжении многих десятилетий азербайджанское руководство дискриминирует на национальной, экономической, политической сферах. Это не наша война и не наши интересы. Авары не должны защищать интересы других, в то время как миллионы представителей азербайджанской нации находятся на территории Российской Федерации в бегах от этой войны, заполняя своим пребыванием базары и места массовой торговли. Уже есть поступившие сведения о погибших из числа аварской национальности в ходе этого вооруженного конфликта. А вот обращаясь к руководству Азербайджана, не стоит призывать аварское население и направлять их на передовые позиции в качестве пушечного мяса. У вас достаточно людских резервов, чтобы обходиться без нас. Призывая этническое меньшинство на войну, вы тем самым еще раз доказываете, что вы проводите нелицеприятную, агрессивную политику в отношении малочисленных народов, проживающих на своих исконных землях на территории Республики Азербайджан. Мы не имеем никаких противоречий с армянским народом и не хотим его иметь по вашей вине. Это не наша война. Все-таки вам нужно осознать, что вы – это вы, а мы – это мы. У нас разная культура, разный менталитет. Поэтому мы определенно заявляем, что и знаем определенно точно, что за исключением немногих оболваненных вашей государственной пропагандой людей, основе своей аварское население Чара не желает участвовать в этой войне на какой-либо из сторон. Мы хотим заявлять о своем нейтралитете этой ситуации. Поэтому призываю азербайджанское руководство оставить в покое представителей малочисленных дагестанских народов. Не ввязывать нас в свои политические игрища с кровавым исходом. Если это же не будет сделано, то это вызовет массу недовольства, которое снова может вылиться в вооруженное противостояние. Нам незачем проливать свою кровь для того, чтобы возобладали интересы тех, кто высасывает с Азербайджана ресурсы и богатства в течение многих десятилетий. Это ваша война, и отправляйте на войну ваших сыновей.
а наши сыновья не должны умирать за ваши интересы.